Привет, друзья! Вы на канале Трофим про Америку. В этом выпуске я хочу вам показать дилерскую Toyota. Пройдемся, глянем несколько моделей. Я хочу показать вам Toyota Camry, Toyota Avalon. Хочу показать вам маленький трачок пикап Toyota Tacoma, Toyota Tundra. Ну и по ходу посмотрим еще некоторые модели. Ну и сравним цены, насколько они дороже или дешевле, чем в странах СНГ. Походим, посмотрим. Поехали, друзья. Я вот сижу уже на парковочку, приехал, сейчас выйду, начну смотреть, снимать. Правда, ко мне прибегут сейчас эти salespersons, продавцы. Вот уже один бежит и могут даже не дать мне снимать. Ну, попробую. Да, друзья, вот сейчас увидите за белой Toyota, он мужик пошел, уже подбежал ко мне, говорит, чем могу помочь. Продать ли тебе машину какую-то туда-сюда. Я говорю, просто хочу походить, поделать фотографии там. Не стал ему говорить, что тут снимать, буду тут на YouTube, могут испугаться. Друзья, решил я начать с Toyota Tacoma. Это такой трачок, очень популярный в Соединенных Штатах. Они очень имеют большой спрос, они практически очень медленно падают в цене. Очень их любят многие. Вот такой вот трачок Tacoma. Я даже не знаю, если есть такие вот в России, там на Украине. Вы пишите в комментариях. Я давно там не живу. Я таких, когда ездил в гости, там не наблюдал. Ну вот, напишите мне в комментарии, если вы такие вот трачки видели в России, на Украине и в других странах бывшего Советского Союза. Я ничего этого не знаю. Решил вам показать, какие они здесь в Штатах, какие цены. Значит, поехали, друзья. Значит, тут вот ценник. Это, скорее всего, 20-й год. Сейчас я посмотрю, так, какой это год у нас тут. Значит, она стоит 35 190 долларов. Новая. Я так думаю, это 20-го года модель. Toyota Tacoma. Да, вот. 2020 год. Стоит она, значит, 35 190 долларов. Новая. Вот здесь написано, что Manager Special. Она раньше стоила 39, а теперь 35 тысяч. Типа надо пойти менеджера найти внутри и спросить у них, если какие-то вопросы хотим купить. А ну попробуем открыть. Закрытое, к сожалению. Значит, друзья, это вот Tacoma четырехдверная. А вот следующая черная Tacoma. Она, значит, двухдверная. И сзади у нее все равно есть сиденье сзади. Но она двухдверная. Замкнутая. Ну, мы потом сходим вовнутрь вот там вот. И там вот у них стоят на шоу некоторые модели. Они должны быть отомкнутые. Интересно, сколько стоит она. Вот смотрите, двухдверная. И сейчас посмотрим, какая разница в цене. А, всего-навсего тут на несколько тысяч дешевле. 31 775. Я бы, честно, добавил бы этих 2-3 тысячи и взял бы четырехдверную такому. Ну, далее идут тут разные цвета. Вот, двухдверная, четырехдверная и так далее. Они, в принципе, все по одной цене. Ну вот, смотрите, друзья, 40 тысяч, сейчас подойдем к тегу. Да, она 40 тысяч, потому что у нее люк, и видите, на капоте такой вот капот отличается. И, значит, она у нас... А тут вот 36 тысяч написано. Странно. Это все надо спрашивать у менеджера. Идти все узнавать, почему. Хотя вот, друзья, вот внизу 44 528 она стоит. Ну, с ними можно торговаться и сбить некоторую сумму. Это все можно. Вот такие вот Tacoma. Мне, например, они очень нравятся. И я бы себе такую с удовольствием бы купил бы. А здесь вот, друзья, видите, целая линейка. Toyota Avalon, у меня такая модель тоже есть, только 2015 года. А это вот 2020 год,
на черных дисках, вся красивая навороченная, как Lexus. Ну, замкнутая, естественно. Мне очень нравятся черные диски. Смотрите, какой у нее грандиозный грил. Ну, наверное, сильно большой грил, я так думаю, на любителя. Интересно смотрится она. Напишите в комментариях, если такие есть на Украине, в России. Почему я это говорю? Потому что на американский рынок Honda и Toyota, они немножко отличаются. И даже есть такие модели, которые абсолютно разного варианта, чем в Европе. Поэтому я это говорю, что пишите в комментариях. Значит, это валончик стоит 39 500, почти 40 тысяч стоит вот такой вот валончик. Это гибрид у нас. Далее идет Toyota Camry, Camry. В Америке их называют Camry. 2020 год. Сейчас посмотрим, какая цена. 24 840. Ну, тут со всеми вот еще добавками, значит, ее final price 26 449 она стоит. Но опять же повторюсь, с ними можно торговаться и можно сбросить некоторую сумму. Если сильно повезет, можно и 1000 скинуть, смотря как торговаться будете. Но на новые машины в Соединенных Штатах можно торговаться. Вот такие вот у нас разные Camry. Сейчас посмотрим, сколько эта Camry стоит. 27 384. Почему отличаются цены? Потому что у некоторых есть люк, вот как, например, здесь. У некоторых есть навигация, у некоторых нету. И вот такие вот разные мелкие, как говорится, вот эти все детали, оно меняет цену. Итак, вот здесь их сотни, этих машин, их на ночь не закрывают, никуда не загоняют. Они так вот тут и стоят, пока никто их не купит. Далее пошли, друзья, посмотрим вот Toyota Forerunner'ы, в такие вот внедорожники. Посмотрим, почем они. Напишите мне в комментариях, если в ваших странах продают такие модели, такие body style. Я лично, когда был в гостях в 2018 году, в России был, на Украине был, и я видел некоторые такие модели, которых в Штатах нет вообще. Ну вот смотришь, тоже Toyota Camry, но она совсем по-другому смотрится. Отличается европейский рынок, американский рынок. $47 919. И у нее идет такой Chrome Package. Видите, много хрома у нее присутствует. Хромировка. Вот это вот немножко отличается от Toyota Forerunner. Сейчас пойдем глянем цену. $43 949. Они тут так запаркованы тугенько. Неудобно ходить между ними. Вот такой вот прекрасный внедорожник. 43 тысячи, и он ваш. Здесь у нас, друзья, вот линейка Toyota Corolla. И у них изменился body style. 2020 год. Toyota Corolla, значит, смотрится вот так вот. Я не буду, друзья, ходить все прям показывать вам, потому что там вот, я смотрю, дилеры уже нервничают, смотрят. Хотят мне продать машинку и видят, что я непонятно, чем я занимаюсь. Еще пару моделей посмотрим и буду уезжать, чтобы их не смущать. 23 254 стоит такая вот королка. Это считается в Штатах бюджетная машина. Здесь вот далее вот такая вот хэтчбэк стоит 24 819. Они такие считаются малолитражки, экономные и бюджетный такой вариант.
Очень они имеют спрос. Королла. Сейчас, друзья, холодно. Прямо я уже замерз. Хожу, и прямо холод такой. Ветер. Ну, тут еще Toyota Tacoma. Далее пошли, значит, мы Camry видели, Avalon видели, Tacoma видели, Corolla. Дальше хочу вам вот Forerunner. Еще посмотрим Toyota Tundra, Tundra. И попробую еще сходить вовнутрь. Здесь вы, друзья, видите такой вот молодежный вариант. Спортивная двухдверная Toyota. Сейчас пойдем посмотрим конкретно какая-то модель, потому что еще есть Scion. Похожие они абсолютно одинаковые. Scion и Toyota — это одна и та же марка практически, но они немножко отличаются. Друзья, значит, это взяло мне несколько тут минут узнать конкретно, что это за модель. Это Toyota 86. Они раньше были Scion. Сказали мне, вот подходил тут ко мне мужик, я не снимал его. Они Scion больше не делают. Toyota 86. И значит, она сейчас Special, Manager Special. Она сейчас стоит 29 597. Вот здесь у нас Price Tag. А тут, вот видите, раньше она была 31 545. Немножко на скидке. Это у нас, значит, Toyota 86. VIN number, видите, J, сделана в Японии. Japan. Вот такое дело, она полностью японская. Прикольная такая машинка, молодежная. 29 тысяч, и она ваша. Пишите в комментариях, если в ваших странах такие тоже есть. И почем стоят. Как ни странно, всегда у дороги дилеры стараются поставить бэушные авто, чтобы их тоже покупали. Это вот люди приходят, делают трейд-ин, сдают свое старое авто и покупают новое. И потом дилер эти машины, которые сдали, они их тоже пытаются продать. Вот смотрите, какой Lexus замечательный. GS350, он бэушный. Сейчас посмотрим его price tag. Также можно, видите, у дилера купить бэушную. Затонированные уже окна, она бэушная, 2015 года, и сейчас попробую найти price tag. Нету нигде price tag, но такая бэушная будет стоить примерно 1025. Вот смотрите, даже может больше она будет стоить. Почему я так поменял мнение? Потому что вот RAV4 бэушная 2018 года, за нее хотят 24 991 доллар. Машине в 2 года. Тут далее идет такие вот старее модели. Но это все бэушные. Не будем мы на них смотреть. Пойдем посмотрим новые. Далее. Еще хочу показать вам Toyota Tundra. Вот впереди едет белая Toyota Tundra. Пойдемте посмотрим ее поближе. Друзья, вот такая вот Toyota Tundra. Опять повторюсь, я таких не наблюдал, когда был на родине. Мне очень интересно, если такие есть в России, на Украине. Пишите в комментариях. Она гораздо больше, чем Toyota Tacoma. И ее price tag 54 849 долларов. Абсолютно новенькая, 2020 года. Очень прикольный цвет, необычный такой, редкостный. Ну вот, друзья, их здесь вот таких вот много, тут моделей Tundra. Цена, разница 1000-2-3 прыгает. Ну вот, еще раз подойдем, вот беленькую посмотрим на ценник. 48 780. Значит, они отличаются, у какой-то есть навигация, у какой-то нету, у какой-то есть люк, у какой-то сиденье тряпочное, у какой-то кожаное. И вот оно, в этом цена скачет. Там у них сервис, если у них покупаешь машину, то там приезжаешь, они масло меняют по гарантии бесплатно первые пару лет. Колодки, все такое. Вот это, значит, здесь все вот так вот, линейка Tundra.
Друзья, вы заметили, немножко стало как бы, видите, как бы чуть-чуть уже потемнело. Подошел ко мне дилер и так пытался изо всех сил продать мне машину. И так прицепился ко мне, и проговорил я с ним где-то полчаса. Они просто не оставляют в покое. Вот так кто заходит, они сразу нападают и бегают за тобой, и хотят продать тебе какое-нибудь авто. Смотрят, хожу я тут с камерой, снимаю, прицепились, покупаю у нас машину. Смотрите, друзья, вот это вот такой пакетч TRD Pro Toyota Tacoma. Она будет гораздо дороже, чем вы видели раньше. Видите, на ней черный грил, черный бампер, смотрится очень классно. Смотрите, какие галогеночки навороченные. Я думаю, что она будет стоить почти 45 тысяч. Давайте проверим. 47 785. Это такая вот навороченная Toyota Tacoma TRD. Они всегда идут дороже. Друзья, хочу вам показать еще Toyota Highlander. Очень популярный семейный такой внедорожник. SUV будет по-нашему, по-американски. Это вот вышла новая Body Style, 2020 год. Очень популярная в Америке машина, семейная такая. SUV-шечка. Посмотрим, что они за нее хотят. Так, price tag 40 613. Вот такая вот прекрасная Toyota Highlander. Уже, друзья, темнеет. Еще холоднее становится. Покажу вам еще. Это вот конкретно семейная машина. Ее покупают люди многодетные, у кого много детей. Четверо, пятеро. Это вот конкретно семейный минивэн Toyota Sienna. О, я так удивляюсь, 35 744. Я думал, будет дороже стоить. Я даже не ожидал, такая цена. 35 тысяч за Toyota Sienna. Это что-то, аж не верится мне даже в это. Давайте посмотрим на вторую. 35 929. Даже дешевле, чем Toyota Highlander, и дешевле, чем Toyota Tacoma. Я думал, они дороже стоят. Я никогда ими не интересовался. Это машина для больших семей. Toyota Sienna. Поэтому я никогда и не знал. Я всегда думал, что они дорогие. Ну и последнее авто хочу вам показать. Тоже немало популярное авто. Сейчас вот мы еще пройдем. Вот линеечка Toyota Highlander. Вот такие вот они разные, на разный вкус и цвет. И закончу я свое видео, пока совсем не стемнело, на Toyota RAV4. Уже становится еще больше холоднее, уже темнеть скоро будет. Буду закругляться. Вот, Toyota RAV4. Пишите в комментариях, если у вас продаются Body Style такая же самая или чем-то отличается. Вот такой вот цвет прикольный. Сейчас посмотрим price tag. 30 734. Вот такая вот SUV-шка. All-wheel drive. По снегу гонять. Вот так вот дилерам приезжают вот такие вот. Частный бизнес вот такой вот приезжает и делает. Тачап называется, детейлинг на бэушные машины. Они, дилер нанимают таких вот частников, они приезжают и делают детейл с машинам, убирают разные царапины. Ну, бэушные машины, вот когда люди приходят, покупают новые и сдают вот такую трейдинг. Или даже бывает при перевозке, ее привезли на кархолере и что-то с ней случилось, там какой-то дент, какая-то вмятинка маленькая, царапинка, и дилер вызывает такой сервис, они ее все там эти убирают, царапины. Ну все, друзья, буду двигаться к моей машинке и ехать домой. Вот такой был у меня сегодня выпуск про дилерскую Toyota. Спасибо, друзья, за внимание.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи, друзья, в следующий понедельник. Мне уже холодно и уже темнеет. Поеду домой. Надо борща покушать и чай попить. Очень холодно. Пока, друзья.